А я Манюня. Всем доброе утро. Сегодня у нас 9 апреля, а это значит, что сегодня Светьке ровно полгода. И в этот день он решил меня поднять в 5:50. В общем, мы идем гулять. Ну, сейчас уже 6. В общем, все нормально. И самое интересное, что Саша настолько поздно вчера с ним ходил, чего не дотерпел. Ну что, на улице у нас достаточно светло. Мы пришли. Сейчас уже 6:40. Сейчас быстренько сделаю себе кофе и пойду монтировать видео. Я всегда монтирую с утра, после того, как погуляю с собакой, и стараюсь 12 часов выкладывать. Чечлятики, тебя я не пускаю туда, да? Саша, оставь, там спят в отдельной комнате, закрыла дверь. А то он, знаете, после прогулки, я заметила, он подходит, начинает туда забегать и резво хочет играть с Таффи, начинает там еще что-то гавкать, поэтому все. Кстати, для любителей вкусного кофе, так скажем, с разными интересными ароматами, хотела рассказать, что я когда ездила в декабре в Будённовск, значит, я в обычной Пятёрочке купила вот такую вот лаванду. Но я ее пересыпала, она была в другой упаковке. Просто самое интересное, что в Питере я сколько не обошла Пятёрочек, лаванда не продается. А там она, блин, меньше, чем за 100 рублей, она была по скидке. Вот такая вот огромная упаковка лаванды. Она очень ароматная, ее можно добавлять в чай. Но я раньше покупала лавандовый кофе, он достаточно дорогой. И я просто решила попробовать, просто добавляю вот на такую порцию. Ну вот где-то такую маленькую горсточку. У него эфирные масла настолько сильные, что даже небольшого количества хватает на пару чашек. Саша мне не любит лаванду, поэтому я варю сюда отдельно. И на вкус получается очень вкусно, поэтому если будет такая возможность, обязательно попробуйте. Но на любителя сразу говорю. Кстати, в той же Пятёрочке, это было перед Новым годом, я купила вот такую вот баночку классную и туда решила сразу пересыпать. Вот, я нашла упаковку, я купила тогда сразу 3. Я знала, что у нас я ее не найду. Да, это в Крыму делается. Вот, кстати, их можно найти вот ВКонтакте и в Инстаграме даже. Ух ты, смотрите, попробуйте другие позиции. Роза, чебрец, липа, василек, мята. Да, и если что, это никакая не реклама. А то некоторые думают, что все, что я бы не показала, это какая-то реклама. У меня реклама на канале очень мало. Если я ее показываю, то сразу видно, что это реклама. Всем с добрым утром. Так, парни, ну подождите вы, хватит играть. Ну что, посмотрите, какие они у нас красивые мальчики. Я надела им банданку. Я ее покупала в Фикспрессе еще давно. Она достаточно большая была, я ее разрезала на две части. Ну, стой ты, господи. Видите, тут нарисованы пираты. Ну, это точно в Таффином, ой, в Сейткином стиле, потому что он у нас пират. Вредный пират. А Таффочка у нас хороший пират. Ну, Сейтка тоже, конечно, хороший. Сейди, Таффи, сегодня будем отмечать днюху. Да, я зайду в... Когда пойду Сейтка еще раз гулять, хочу зайти в зоомагазин, купить паштет, ну, так скажем, для щенков, сделать такой маленький тортик для двоих. А я Манюня. Посмотрите. Светька, а тебе так идет? Давай вот так немножко прикроем. Бабуля. Эй, бабуля. Не, ну кусать-то не надо. Светька. Ты же понимаешь, у тебя красиво зубки выросли. Тофонька, а ты останешься в бандане? Сейчас. Это сейчас.
Что-то у тапки сегодня вообще какой-то переклин. Так, у тебя все в порядке вообще? Ты там Санечку жаришь? О, сосисочки какие вкусненькие! Да ладно. Сэдди, Сэдечка. Мы играем в домино, а наш именинник спит без задних ног. Да, мы же с ним скоро идти надо. Осторожно. Так, ну что, мы вышли на дневную прогулку. Сейчас пойдем в зоомагазин. Хотим купить паштетик с Эдди. Вот, а вечером привезут, так скажем, подарочки для Светики. Ну, там не очень много. Все-таки Светики не годик, всего полгодика. Так, символически. Покажем, что у нас, что мы заказали через Инстаграм. Сэдди, что ты хочешь? Так, ну что, мы взяли попробовать консервы Монж. Уж очень сильно их нахваливают. Сейчас из него будем делать, ну, что-то типа тортика для Тафи и Сэдди. Я возьму такую вот мисочку и просто все переложу. У нас мы взяли, по-моему, утку. Значит, состав... О, нифига себе, смотрите, состав мяса утки 100%. Подожди, все что ли? Тут только утка. Пахнет реально офигенно. Пришел гость. Тафи у нас ходит всю дорогу в бандане. А Сэдди мы уже сняли. Ой, так а тут оказывается именинник тоже. Мальчики. Это для вас. Ну нет. Что-то на тортик-то и не похоже. Короче, я решила переложить вот в такие вот из-под кексиков. Я еще решила сверху украсить вот этими косточками. Свечки у нас все равно нету. Да и опасно. Кстати, такой у нас этот... Ну, не супер красиво, но нормальненько. Чинь-чинь. Так, сейчас хочу сделать фотку для Инстаграм. Надеюсь, у нас получится. На место давай. Светка, молодец. Светка, знаешь, чем? Не плавай. Ну что, Тафи, Сэдди. На. Так, так. Сэдька, с 6 месяцами тебя. Это тебе. Тафи. Нифига себе, такой скоростной. Ого, так, ну, ладно. Не будем. Сучка, ты быстрее, чем Тафонька съел. Как так-то? Вкусно? Нифига себе, как вкусно, скажи, да? Не, я к Тафочке не пристаю.
Ну что, вы довольны? На них, блин, я не успела заснять, они тут сейчас так радостно бегали. Сэдди, вкусно было? Конечно, вкусно. Все просветная утка. Пошел проверять, вдруг что упало. А что там делал? Я же все слышала, Сэдди. Как он так быстро вырос? Ну, смотрите, реально уже догнал Тафоньку практически по росту. Пришел тут, попу свою подставил, да, чтобы ему чесали. Как только одного начинаешь гладить, всегда второй подбегает. Что, тебе надеть бандану? Ты хочешь бандану? Ну, давайте надену бандану. Манюня. Эй, Манюня. Тебе так идет? Давай назад, назад. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот будешь у нас. Ой, ой, какая прелесть. Ой, какая прелесть. Поймал, поймал. Сегодня вечером придут подарочки, подарочки. Вообще, Сэдька, тебе вот эта вот шикарная подставка с мисками, это как бы был теоретически твой подарок, да. Просто чуть раньше пришел. Вот так вот. Да, Фолька. Да, только не спрашивайте, почему мы не вешаем картины. Я все с Сашей шучу, что... будем, как, знаете, когда проходит неделя, там вычеркивают. У нас типа одна неделя прошла, одну картину повесили. Вторая неделя прошла, еще одну картину повесили. Просто, как я говорила, нашей дрелью очень сложно сверлить эти стены. Папа приложил такие специальные крючки, которые для бетона специальные. Вот, я когда уж Максидом откроется, я тут обязательно съезжу, попробуем их взять. Но я сомневаюсь, что получится. Просто вот эту картину Саша бы сверливал, мне кажется, прости господи, минут 30. И, конечно, мне не нравится, когда наши соседи там бесконечно делают ремонт и сверлят. Поэтому мне самой, если честно, как-то неловко от этого становится, если это так долго. Ну ладно, блин, мне так нравится, как это висит картина. Вообще супер. Реально, так странно. Вот здесь вот синяя стена. Я уже не раз говорила, но у нас она зеленая. Она очень красивого цвета. Почему вот камера не передает вот это вот такой лазурный цвет? Точнее, бирюзовый. Так, ну все, поехала. Хватит. Итак, я сейчас хочу сделать самый вкусный паштет. В общем, собственно говоря, нам понадобится куриная куриная печень, морковка, желательно побольше, лук, сливки и сливочное масло. Ну, естественно, соль, сахар и перец. Итак, я, значит, нарезала лук, потерла морковку. Сначала я лук просто обжариваю в масле. Сливочным растением, каком вам больше нравится, до готовности. После этого эту зажарку я убираю в отдельную миску. И после этого я добавляю печень, предварительно, естественно, ее помыв, почистив и также жарю до готовности. Если вы не любите очень много всего жареного, то печень можно просто отварить. Итак, у меня уже все практически готово. Мне осталось только все перемешать блендером. Я добавляю масло. Я всегда делаю все на глаз, если честно. Наверное, такого кусочка будет, может быть, даже много. Вообще, советую там чуть ли не 80 грамм масла. Но я как-то не очень люблю совсем жирное, потому что мы, если честно, едим паштет в достаточно больших количествах. Я, если делаю много, если я беру, допустим, килограмм печени, я часть всегда даю папе, и еще часть у меня идет в заморозку обязательно, потому что как раз недавно мы достали заморозки, съели буквально за сутки, потому что очень соскучились по паштету. Если вы еще не делали, обязательно попробуйте.
Выглядит, может быть, сейчас это не очень симпатично, но в дальнейшем это будет выглядеть как настоящий паштет. Сейчас я еще добавлю сливки. Но единственное, что желательно, конечно, пожирнее, там хотя бы 15%. Сейчас я смешаю с маслом, растает. Но пока что не могу работать блендером, потому что кое-кто спит, и я его не хочу будить, потому что я хочу, чтобы он дотерпел прям по максимуму. И когда он уже проснется, я уже это все сделаю. Ну что, мы сейчас идем на вечернюю прогулку. Это у нас предпоследняя прогулка. Сейчас где-то 6:30. Сейчас садички привезут. Точнее, уже привезли маленькие подарочки. Ну, там еще... Так, ну что, я уже пришла. Так, ну что, давайте распакуем, так скажем, этот небольшой пакетик. Во-первых, смотрите, это биоразлагающиеся пакетики. Взяли такого оранжевого, ну, они, в принципе, только оранжевые цветы были, но мне понравилось, что они именно рыженькие под цвет наших морделей. Мы уже, кстати, покупали как-то биоразлагающиеся. Мне интересно, какие они по форме будут. Что, посмотрите, размерчик прям суперский, даже большой для нас. Следующий лот, который, если что, я только что уже помыла, чтобы сразу дать ему. Это вот такой вот мячик. Я когда его увидела, я поняла, что все, я его хочу. И что примечательно в этом мячике, это мяч-кормушка. Сюда кладется какой-нибудь корм или лакомство. Сейчас давайте я сразу вам покажу. Просто у нас Сетька обожает такие игрушки. У нас есть вот такой вот очень старый фикс-пресс, который просто кривой. И из него просто все вываливается, но он в него очень любит играть. Кладем вот сюда. Все нормально. О, и все, собака занята минут на 20. Так, тапочка, тебе давай сюда положу. И для тапочки... Вот такой вот классный коврик под подставки в виде коржиков. У Сетьки-то есть? Я уже подготовила. Вот Сетькин, вы его все помните. И меня спрашивали, где мы покупали вот этот вот коврик. Все есть в этом магазине. Так что заходите. Там, кстати, очень много разных красивых, так скажем, подложечек под миски. Ты уже достал, что ли? А, ты, наверное, из желтого. Видите, желтого очень быстро все достается. Цены хорошие, невысокие, поэтому, в принципе-то, мы все там и заказали. Да, Манюнька? Тебе прям под шарфик. Утешлячки, утешлячки. Пойдемте. Это я уже все сполоснула, показала. Теперь можно все это выкладывать. Так. Вот, для нашей... Ну, видите, просто теперь она слишком маленькая. А вот так, о, смотрите, и все видно. Так, тафуля. Посмотрите, какая красота! Класс! О, ты катаешь мячик. Сади, я воду наливаю, не еду. Самое время уже наконец-таки закончить мой паштет. Сейчас я наливаю мимо сливки. Все, не буду. Так, ну что, паштет готов. Это вот нам на... Можете потише сделать? Значит, вот это вот для папы. Это нам в заморозку. И вот это вот нам на двоих сейчас есть. Получилось очень вкусно. Если вам покажется Сэдди, что Сэдди Манюня, то вы правы. Если вам покажется, что паштет слишком жидкий, вы не переживайте, потому что когда он остынет, он схватится еще сильнее. Я обычно делаю чуть пожиже, но тут, в общем, как-то получилось вот так вот. Все, закрываю. Можно уже сейчас съесть. Очень вкусно, если еще туда пожарить шампиньончики. И себестоимость, как вы понимаете, вообще копеечная. Так что всем приятного аппетита. Кто будет готовить по моему рецепту, обязательно отпишитесь, как вам. Да, и самое главное, забыла сказать, что я обожаю, допустим, намазать на... Ну, кто-то любит на багет, на булочку. Я люблю на черный хлеб, допустим. И сверху обязательно добавить какой-нибудь именно апельсиновый лимон или лимонный конфитюр. Ну, либо варенье. И это получается очень вкусно. Так, мой главный ценитель – это Санечка. Санечка, попробуй, пожалуйста, скажи, как тебе? Вкусно. Очень ненавидно. Теперь осталось убрать только кухню. Пара! Как хорошо.
А Сэдька тут, представляете, до сих пор гоняет свой мячик. Нормально вообще? Манюня, отдохни уже.